Всем привет из славного города Ярославль, столица Золотого кольца. Именно сюда на пятой передаче примчался футбольный клуб КАМАЗ из набережных Челнов. Команда на третьем месте Мелбет первой лиги. После 14 туров у челнинцев 26 набранных очков. У кого лучше получается? Наверное, у КАМАЗа! Вот это да! Вот это пристреливается Владлен Бабаев, а? В атаке КАМАЗ пытается здесь Савинов навязать борьбу, падение, что, пенальти? Нет, симуляции. И Пальцев сейчас получит красную, так и есть. Самойлов, подача. Незамудинов, и нужно замыкать, гол. Либо нет. Давайте смотреть, непонятно пока решение, все-таки судья зафиксировал нарушение чуть раньше. Нет, показывает, что мяча не было в воротах Алексея Мамина. Не стесняется. То, что думает, то, в принципе, и говорит. Незамутдинов! Незамутдинов! 97-й мяч первой лиги. Эльдар Незамутдинов. 41 год. Мама мия! Он еще может. Он еще сделает многое-много. Три мяча до сотни Эльдару Незамутдинову. Все-таки дожал. Ну какой красавец. КАМАЗ в атаке. КАМАЗ пытается всеми силами пойти вперед. Неплохо, господи. Ван Больт, какой красавец. А удар-то был еще лучше. В исполнении Артема Исика, молодого футболиста. Шинник одерживает пятую сухую победу подряд.